Мезонин, витая лестница, поле, рощица, река, у окна грустит прелестница, лет примерно 40. Разодета, упакована, вроде как и жизнь не зря, разве что недоцелована. Это мягко говоря. Мысль гложет неотступная, я неправильно жила. Но зачем я неприступная, недоступная была? Что теперь, жалеть да плакаться, гладить котика, скучать? А надо было сразу трахаться, недотрогу не включать. С песней, с танцем, с настроением, больше, чаще, без конца. Отдаваться с упоением в лапы каждого самца. На диване, на кровати ли, в душ, в сауне, везде. В лимузине, в экскаватере, в самолете, в поезде. Везде, тут и там, и всех, и каждого. Не успела все, привет. Спроса нет ажиотажного, а никакого спроса нет. Вам пишу, трамвая ждущие, или там алых парусов. Знаете, к вам грядет грядущее, выбегайте из трусов. Стоны, крики, междометия, ощущайте ощущение, чтобы в день сорокалетия было вспомнить, что вообще. В мемуарах что расскажете? Да, я вам, ау, ку-ку. Мужика найдите в гаджете, напишите мужику. Или с нашей героиней, позабыв про все мечты, пойте настроение синее, ну или там прочие хиты. Толку нет скулить да плакаться, каждый сам себе кузнец, а надо было сразу трахаться. Вот и сказочки, конец. Ой, бабы, не тупите, а! Найдите мужиха, устройте ему вырванные годы. Трахаться нужно так, чтобы он потом за тобой с матрасом бегал, понимаешь? А не вот это вот ножки, ручки, она раскинет, звезда твою мать. Ой, не могу. Цвет настроения синий.